сегодня мы будем играть в третью часть Kick the Buddy. Друзья, мы будем по-прежнему открывать какие-то новые разные штуки, оружие, чтобы нашего этого антистрессика довести. Да, кстати, он умеет. Даже я так не умею. А у нас есть какой-то подарок. Давайте откроем, что тут за подарочек. Милана, давай нажмем. Вау, 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 вау. А, нам что-то из этого может попасться, да? А, нет, нам дадут кристаллы. Мы берем кристаллы. Выбирай билетик. Камон! Выбираю вот это. 1000 монет? Это круто. 1000 монет это очень много. Итак, друзья мои, давайте же выберем... Да уж, ладно. Давайте же выберем какое-то новое оружие. Что мы, Милана, а где можем... наши ноги? Ну, я хочу взять злого песика. Это не, это медведь, подожди. Камон, а ну-ка, давайте-ка проверим. Мы купим злого медведя. Сейчас он у нас закачается. На да, тут написано beer, медведь. Ой, медведь. О, о, смотри, идет. А что мимо прошел? А, поняла. Он улыбается? А ну-ка, давай его. Давай вот так. Что? Господи, что ты делаешь? Приятель, возьми Kick the Buddy. Подожди. Что за бред творится? Пойдемте, что это такое? Он его не трогает. Мишка, друзья мои, напишите в комментариях, что не так с этим медведем. Он что, маленько тогось? А может его доводить надо? Давай, давай, давай. Смотри, он прыгать начал. Смотри, камни, камни какие-то он сыпет. Он скочит и сыпятся какие-то камни. Что творится? Опять, опять, опять. Есть! Кейко! Добили мы. Ну какой-то Мишка странный. Я думал, он его схватит за ноги, начнет грызть, хватать. Давай-ка возьмем что-нибудь другое. Сейчас мы проверим. Продолжаем, продолжаем. И сейчас Мишку мы провели дальше в лес, короче. И мы сейчас что-то возьмем другое. Милан, чего ты хочешь купить? Вот этот бензин. Да. Окей, покупаем бензин, друзья. Мы купили какой-то бензин. Может быть, мы его сейчас будем обливать этим бензином? Пробуй. А может, можно подожечь теперь как-то это? О-о-о, подожди, подожди, что сейчас будет? Он взорвется сейчас, 100%! Я ж сказал, давай 5! Классно ты это сделала! Выиграла билетик, открывай его. Что там у тебя будет? А-а-а, давай. 30 кристалликов. Неплохо, но ты могла выиграть классное оружие, если бы в другом месте где-нибудь открыла. Ну, это кристаллики тоже. Ну, отлично. Ладно, друзья мои, давайте что-нибудь еще возьмем. А, ты хочешь ноги? Ну, мы ноги уже делали. Мы в прошлой части, помните, его потоптали хорошенько. Ноги это вообще безумная тема. Ага. Они очень крутые. Пару ударов и от Kick the Buddy лепешечка. Лепешка хачапури. Он уже без ног, без рук. Все, все, ноги просто разнесли его в пух и прах. Давай-ка попробуем что-нибудь другое. Ноги наши убежали. Куда убежали, непонятно. А вот это что такое? Что за пила? Пила. Давай попробую. Смотрите, я купил какую-то пилу. Ну-ка попробуй. Бензопила, мы его пилим? Да, ну как какая-то нашла. А что у него шишка какая-то выросла? Смотри. Попили. Все, отпилил я его полностью. Ну, такая она слабенькая эта пила. Милана предлагает купить ему что? Принтер, да? Попробуем его как бумагу. Это не принтер. Это режущий аппарат, который, знаешь, бумагу превращает куча мусора. Ну, давай попробуем. Ставим его сюда. Давай его вот в принтер этот отправляй. Вверх, вверху, вверх. Вот так. Все, смотри. Его сейчас на мелкие кусочки. Посмотри. Прикольная, да, штука. И все, и быстро KO. И мы выиграли билетик. Можно я попытаюсь выиграть? Я еще ни разу не выиграл. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, нет. Не дает. Ну, ладно, дает. Окей, давай я попробую вот этот. 400 монет. Ну, почему мы никак не можем оружие выиграть? О-о-о, ты видишь, я наоборот его взял. Все, я его перевернул вверх ногами и на Kick the Buddy. Смотри, давай я его буду засовывать. Быстро KO происходит, быстро наш бадди уничтожается. Нет, прошу.
отпусти его! Ты ему оторвала голову. Ну ладно, окей, это тоже клевая штука, но мы ее отправляем в мусор и идем дальше. Давайте же что-нибудь... Я не знаю, что еще? Что мы можем... О, электрический стул. Давайте возьмем электрический стул. У нас мало денег. Да, у нас остается очень мало кристаллов. Все это очень стоит довольно-таки дорого, но зато прикольно. Зато прикольно, наш Бадди веселится. И мы веселимся. Эй, зачем нам НЛО? Мы не вызывали его. Эй! Он присел на стул. И что мы тут... А, нажимай рычаг. Его током бьет! Мамочки! Сейчас будет кей. О, смотри, сколько монет летит. Его можно просто бить на этом стуле. Нажимай рычаг. Просто на него. Ой, зуб выпал. Смотри, ты ему зуб выбила. А был желтый зуб. Ой, вот желтый зуб. Золотые зубы сыпятся. Эй! Электричество! Прям пусть и просвечивает. Кейв. Одежда нам не хватит, по-моему. Сейчас мы глянем. 600 кристаллов стоит одежда. На новенькое оружие какое-то. И я готов купить. Да. Чё-то я ничего не готов купить, по-моему. А вот кока-колу я готов купить. Или арбуз. Или вот это вот, я не знаю. Это нефть. Мы взяли какой-то шланг с водой, обливая его водой. Вот, это пожарный шланг. Это чем тушат пожар? Но наш Бадди, что они делают, эти ребята? Для чего они сюда вылазят и нам тут гадят маленько, не очень хорошо. Ой, посмотри, он заморозился. Вода ледяная, видать, да? Я попытаюсь сейчас что-нибудь выиграть интересненькое. Не хочу кристаллы, не хочу золото, хочу оружие. Поэтому беру вот это. Вау! Господи, ты сам по себе, смотрите, с ума сходит. Мы ничего не делаем. Он застрял в углу и сам себя там убивает. По-моему, да? Что он делает? Господи Иисусе! Что ты творишь? Ну, посмотрите. Да я мы даже вообще вас наши руки, друзья, мы ничего не делаем. А мы решили эту штуку не брать, мы решили оставить ее на четвертую часть. А сейчас мы хотим взять... А вот такую штуку. Господи, что ж мы ничего не можем взять-то здесь? Ну ладно, давай зайку маленько. Добрые зайки прискакали и начали грызть нашего кикзабади. Да уж, добренький, с красными глазами такие, добренький. Всего прогрызли его. Но они зато зарабатывают много монет, да? Так, а мы можем за монеты что-то новенькое купить. Смотри, мы можем приобрести... А кока-колу? Ну, можем кока-колу. Лучше арбуз. Арбуз более круче будет. Ну, ладно. Если ты хочешь кока-колу, давай кока-колу. Смотрите, что сейчас с ним будет. Мы берем кока-колу. Вау! Ее нужно разбалтывать. Она начинает там газы выходить все. И мы выиграли билетик. Давай ты. Давай ты. Ты. Ну, ладно, окей. Беру вот это. 400 монет. Эх, я не угадал, где оружие. А он все в кока-коле купается. А давай теперь арбуз. Арбуз давай, арбуз. Смотрим. Ой, у нас так мало монет. У нас очень мало монет, зато у нас есть арбуз. Подожди, что делает арбуз? А, мы в него кидаем арбузом. Кидай в него арбузом. На, хрясь. Давай. Много арбузов у нас. Ой, голову мы оторвали ему. Глянь, его голова. Давай ему вместо... Давай ему голову. Что ты его засыпал арбузом? Я хочу засыпать арбузом. Посмотрите, сколько арбузов, господи! И голова его, как арбуз. Все, может, все в арбузе. А можно ему вместо головы арбуз одеть? Ну, почти, да. Голова арбуз. Ну, давай. Ой, ты. Ой, что это такое у него? На, все, KO. Друзья, ну что, я думаю, мы сегодня и так отлично повеселились и сняли третью для вас часть Kick the Body. Пишите в комментариях, обязательно снимать ли нам продолжение и четвертую часть. Может быть, вы хотите, чтобы мы еще что-то интересное купили и, ну так, маленько, да, его подразнили, этого Kick the Body. Ну а сегодня с вами был канал FFG TV, друзья. Всем удачи, всем пока-пока! И переходите в наш инстаграм, ссылка в описании. Да, кстати, а знаете что? Что? Я делаю рынок. Вот, я продаю арбузы. Милан продавец арбузов.